О, с ботами как хорошо. Да я сам выбил. Сережку попал, что ли? Эдик вышел. Ну или вылетел. О, Володька зашел. Привет. Здорово, Володь. Здорово. Браво. Ты что прометишь? Ну если Пашки не будет, то в ворота, а если не будет, то в нападение пойдешь? В нападение есть место целое. Нападение. Ну Паша еще. Ну все, заходи тогда. Но я не думаю, что он будет есть там два матча. Не, Пашке надо в воротах, чтобы в воротах стоял. Или он что-то добрейший вечерочек? Творят, что творят, а? Французы. Опять, да что ты будешь делать? Ну, передача говёная была, поэтому накрыл. Очень коротко. Ай, ай. Ай, блин. Надо было сразу дать, я чувствую, что спасла. Она бы вышла. Вышла бы, да, хорошо бы получилось. Попытаешься как какой-то красоты в игру добавить, а получается это говно. Вот это что было? Надо было дальше. Я хотел идти. Видимо, опять свет рубанул. Хорош, Борис. Хорош. Умница. Умница. Во. Это, сука, добрейший вечерочек мяч поймать не может. Не-не-не-не. Я думал, ты навесишь. Угу. Как надо им говорить? Как дети? Боря, отец года. Живой бы не успел. Да, не получилось. Назад, Борька, через бота, если видишь, что перекрываю, через бота отдай просто все. Это я вижу. То ты, что Эдик, вы боитесь с ботами играть. Почему, правда, непонятно. Ты можешь ему отдать и сразу попросить обратно, чтобы он тебе отдал, но... Хуя себе улетел я. Бей, Борь. Ай. Без ЛТ, Борь. Ну, ЛТ нажал. Ну, ё. А тут офсайд. Офсайд, офсайд. Боря, зачем тебе, как полузащитнику, удары ножницами стоят у тебя? Не стоят. Ты уверен? Да. Странно это. Не просите вы там мяч, ебаный в рот. А ты знаешь, чтобы ударить с лета, надо просто не зажать ЛТ, а призажать, на 50% зажать ЛТ. Тогда он у тебя будет более точно бить. Нет. Это, да, ехать, да, вот.
Не, ну в GTA-то это возможно. В GTA-то там можно. Чем слабее ты давишь. Нет, ну там, чем слабее ты давишь, тем... Ну я впервые слышу об этой истории. 50%. Я люблю одна историю хуйня рассказывать. Другой. А кто у нас сейчас руководит парадом? Не я. Игорь, почему ты опять Боре не даешь, ну? Так он не ну, я сказал что-то. Один раз. Рома все время у меня забирает капитана. Давайте вы, Боря, пусть нажимает кнопки. Я их и так нажимаю. Ну, с Игорем почему-то получается нажимать, а с другими не получается. Ого. Сильно. Это Эдик, что ли? Забил. Но штанги никакой бот не возьмет. Мастер Чиф. Шифу, блядь. Добрейший вечерочек, Игорь. Мне интересно, Эдик появился в сети, а FIFA и в команду не заходит. Почему? Загружается, может. А, вы же не знаете, что такое аналоговый рывок? У вас включен, он выключен. В настройках управления. Что, не знаете? Серег. Нет. Чего, у меня стоит аналоговый рывок включен. Включен у тебя? Естественно. Нет, если ты его выключаешь, то ты когда зажимаешь ЛТ чуть-чуть, он у тебя чуть-чуть зажимается. А если ты зажимаешь полностью, он у тебя полностью зажимается. Так же с Боря, РТ. Аналоговый рывок, это ты когда прокидываешь себе мяч стиком. Когда ты бежишь на ускорении и левым стиком. Да, я и так его прокидываю, ты чё? У меня он выключен. Вот это специально, чтобы можно было... Это аналоговый... рывок в этой фифе. Ну нет, я не думаю, что это так. А нет, а там никого. Защита стоит, да? Да нет, обычно. Должна стоять защита. Чтобы вот такой хуйни не было. Володя, а твое мнение, что такое аналоговый рывок? А? Пиздец. Ну он у тебя включен или выключен? Поставь, пожалуйста, защиту, ебаный в рот. Сейчас аналоговый рывок? Да-да-да, можно регулировать скорость. Что, горячая вода? Ну не знаю тогда, подождите, а эти как бы триггеры, что это такое тогда? Какие триггеры? Триггеры, это которые кнопочки у тебя, РТ, ЛТ. РТ, ЛТ, да. Что это такое? Вспомни, что это такое. Ну, ЛТ, РТ, триггеры их еще называют, но... Это не рывок? Это не рывок? Вот РТ это не рывок? Ну, чем сильнее ты, да, подожди, у тебя РТ, у тебя РТ кнопка, у нее есть датчик, да, силы нажатия, то есть сильнее, слабее ты ее нажимаешь, правильно? Да, правильно. Но чем сильнее ты ее нажимаешь, тем быстрее ты бежишь. Так я про это и говорил.
Ну, так аналоговый это и с левым рывок. Стиком то же самое. Но так аналоговый рывок, говорю. Да, его можно включить, но 3 ЛТ, чем сильнее жмешь, тем быстрее бежишь. Да. Ну, половину РТ, точнее. Можно наполовину сажать РТ, да, согласен, можно. Только зачем? Бежать наполовину? Я понял, все. Я тебя понял. Это вы, парни, сейчас сидите, хуйню генерируете. Вообще не понимаю. Это, видимо, не по твое понимание. Кто ударит? Блин, я сказал ударить. Думаешь, какой Юра финты получается? Да у нас странно, что почему Боря играет выше, чем Игорь? Потому что у меня автоматом так бежит. Ты только на автомате бегаешь? Нет. Но Игорь спускается вниз, Игорь цап, он должен наверху играть. Я могу не бегать вверх. Я ради интереса просто отключил аналоговый рывок. Посмотреть, о чем ты говоришь. Когда зажимаешь наполовину РТ и зажимаешь сразу наполовину ЛБ, у тебя получаются офигенные финты. Ну если мячик только у тебя. Ну это же в гайдах есть, ребята, еще. Борь, если я зажму на Р... Если я наш зажму Р... Еще раз как? РТ и ЛБ? ЛТ. То... А, РТ, ЛТ? Два задних триггера. Да. Наполовину. Там, и выключить аналоговый рывок. Ну, хорошо. И чё? И будет ну, офигенно. Ну, это должно получаться. Сами бери чё. Ну, грубо говоря, очень крутой контроль мяча будет. А если ты их полностью зажмешь, он будет точно такой же. Нет, он будет другой все. Немножко. Боже, когда у тебя выключен, просто... подожди, когда у тебя включен аналоговый рывок, у тебя будет точно такой же, потому что ты, неважно, как зажал. А если у тебя выключен, он у тебя другим немножко будет. Вот видишь. Смотри, на арене побегай. Ты не создатель FIFA случайно? Я? Ну, не знаю. Да не, мне нравится. Ты так много рассказываешь о новых механиках игры, которые... Ай, блядь, Игорь пробежал. О которых вообще никто не слышал. А я не знаю, почему никто не слышал. Ну, наверное, потому что этого в гайдах нет. Да они все не расскажут, неинтересно же будет. Ну, слушай, вряд ли они все не расскажут, потому что... Ну, такие, блядь, откуда Боря знает? Ну, не такие. Блядь, так вот как надо было фифу-то делать. Так они ее так и делали. Нет разницы, да? Абсолютно. А как думаешь, зачем тебе вот, ну ладно. У тебя же элит, правильно? Ну, нет, сейчас уже нет. А, ну, просто на элите это очень видно, прям реально. Надо еще просто зажать так, чтобы было реально наполовину. А это только можно посмотреть. А то есть, если на треть зажал, то не работает. Нет. Боря, ты слышишь себя? Хорошо.